Концерт на волне. Сибирский юношеский оркестр выступил на Красноярской ГЭС. Такое необычное событие произошло впервые. Место для исполнения классической музыки выбрано не случайно. Гидроэлектростанция – один из символов Красноярска. Кроме того, сейчас там происходит по-настоящему историческое событие – открыты затворы. Музыку на импровизированной сцене исполняли 19 оркестрантов из 9 регионов Сибири, а также их худрук Леонид Жуковский. Композиция называется «Грустный вальс». Давайте посмотрим и послушаем.